С рабочим визитом глава района посетил ПМК номер 9 открытого акционерного общества «Солигорскводстрой». Андрей Жайлович прошелся по предприятию, познакомился с производством и оценил технические возможности хозяйства. ПМК номер 9 расположен в городском поселке Красная Слобода и является градообразующим. Здесь трудятся порядка 180 специалистов разных специальностей. ПМК уже много лет ведет свою деятельность и предоставляет полный комплекс услуг в сфере строительства зданий и сооружений, прокладки трубопроводов, реконструкции, мелиорации земель, выполняет дорожно-строительные работы, строит гидротехнические сооружения. Предприятие работает стабильно и рентабельно. Более 10 лет его возглавляет Александр Иголко. Общий стаж нынешнего руководителя в ПМК номер 9 – 40 лет.